мастера узнаваема. У Марины Фатеевой особый почерк в сложнейшем виде искусства – графике, в основном в насыщенных ярких цветах. Если в живописи можно что-то на цветное пятно списать, то в графике так не работает. То есть это должно быть четкое понимание и знание композиции. То есть это должен быть академический рисунок, то есть поставленная рука и наметанный глаз. И у Марины все это есть и сохранилось. Поэтому работа очень высокого профессионального уровня. Работа разнохарактерная. Вот вальяжный, довольный рыжий кот расположился на окошке. А вот необыкновенно глубокие образы пожилых людей с детальной прорисовкой. Рядом исторические кадры, зарисовки из жизни и быта северного народа. Пейзажи, натюрморты, портреты, производственные мотивы. Но в каждой картине просматривается сюжетная линия. Марина, конечно, удивила меня таким, как сказать, что у нее очень много работ, и она все время в этом находится в творчестве, в состоянии таком творческом. Работы интересные, а у нее стиль свой, есть уже свой штрих, они узнаваемые. Карандашные вещи мне понравились, я сам художник и тоже люблю карандаши цветные, тоже натюрморты, да что, ну правда, кроме портрета. Марина по образованию строитель, работала по профессии, но затем все бросила и поступила в Нижнетагильскую академию на худграф. Однако потом в творчестве был длительный перерыв. Вернулась картина Марина 3 года назад. Подтолкнула ее к этому Елена Богачук, специалист музея Ависмы. И я видела лица сотрудников комбината, металлургов, которые в цехах видели работы и творчество Марины, и у них изменялись лица, они светлели. Потому что посыл Марины был, смотрите, как в жизни бывает. Можно удивляться и плакать, можно смеяться и размышлять. Самая свежая картина, написанная уже в этом году, вот эта в розово-фиолетовых тонах под названием «Вечереет». Сочные краски заката. Это импрессионизм в полном смысле. Розовая бумажка, понравилось ей это, как бы так, красоту хотела. Это был какая-то фотография, старинная, старая фотография моя, но она такая вся черная, там ничего нету. Там вообще ничего не было. Ну, это вот и есть как бы впечатление, это импрессионизм, это впечатление от того, что это было когда-то. Выставка картин Марины Фатеевой будет работать в городском музее до 26 февраля. Приходите погрузиться в искусство и эмоции нашей коллеги.